Привет, мифаны! Наверное, у многих свежи воспоминания о тех непростых временах, когда нужно было покупать подписку YouTube Premium, чтобы слушать ролики YouTube с выключенным экраном. Сейчас эта опция недоступна, но, к счастью, проблема легко решается с помощью MIUI. Для начала нам потребуется открыть боковую панель Smart Toolbox. Для этого заходим в настройки, ищем раздел «Особые возможности», плавающие окна, пункт «Боковая панель». И здесь мы можем выбрать всегда показывать ее, показывать только в играх или показывать во время воспроизведения видео. Мы отметим два пункта: показывать в играх и показывать во время воспроизведения видео. И чуть-чуть ниже мы можем выбрать конкретно какие игры и какие приложения для видео. Открываем и отмечаем здесь два приложения: YouTube и Mi Video. А еще ловите вот этот промокод, дающий 10% скидку на избранный ассортимент акустики в интернет-магазине Rumi.com. Все подробности в описании. А теперь, друзья, проверим, как работает эта функция. Запускаем приложение YouTube. Видим серую полоску сбоку экрана. Делаем свайп в центр. И здесь нас интересует пункт «Воспроизводить звук, когда экран выключен». Это характерная иконка с ухом. Нажимаем на нее. Все, теперь мы можем слушать видеоролики, даже когда экран выключен. Надеемся, наш лайфхак был вам полезен, и до встречи в следующих выпусках.